21 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя». И извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится». Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как вода. Вот это придет. «Избудется, — говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так, — говорит Господь Бог, — скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? «Сей не устоит, — говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится, меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы падших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы». Сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо, или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое, и я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынова Моновых и в Иудею, и укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их верломстве, положил взять его. Посему так, — говорит Господь Бог, — так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явным преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так, говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое
унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи: меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его, на место, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это».